В связи с праздничным днем народного единства пенсию перечислят раньше на один день. Гражданам, которым дата доставки пенсии по графику определена 4 числа текущего месяца, выплата пенсии будет производиться 3 ноября 2015 года. Получить пенсию 3 ноября можно в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Время работы в предпраздничный день будет сокращено на 1 час. Если по каким-то причинам пенсионер не смог подойти в указанный день, он вправе получить причитающуюся сумму в ноябре на почте с 5 по 22 число. Гражданам, которые получают пенсии через кредитные учреждения, пенсии за 4 ноября будут перечислены на счет досрочно, остальным в соответствии с датами доставки.